Заместители главы городского округа Щелково провели выездную администрацию в микрорайоне Чкаловский. Более 50 актуальных вопросов обсудили на встрече с жителями. От капитального ремонта инженерных систем и ремонта кровли до работы управляющих компаний и обустройства народной тропы. Также жители обратились с просьбами о ремонте покрытия футбольного поля, увеличении количества парковочных мест и решении других актуальных вопросов. Все поступившие обращения зафиксированы и переданы в дальнейшую проработку профильными специалистами.